Итак, всем привет, с вами Игорь Диаморф, и сегодня я вам покажу, в принципе, один секрет, или можно сказать, баг в Доте, о котором вы навряд ли знали. И, в принципе, на вопросы, которые остались у меня в личке ВКонтакте, я на них отвечу, но чуть позже, потому что, можно сказать, я сейчас работаю на несколько фронтов, у меня три канала, и поэтому я как бы особо не успеваю. Вот, в принципе, давайте рассмотрим вот этот секрет, про который я хочу сказать. Дело в том, что если вы соберете Poor Man's Shield, который, собственно, будет подходить тем героям, которые, ну, естественно, необходимы. Это может быть, там, не знаю, Свенна, может быть, Джаггернаут. Но разрушу миф, что это не всегда так, потому что этот, в принципе, предмет может собрать даже инвокер, если в том случае, если варлок пойдет против него на мид. Почему варлок? Потому что варлок имеет первый спелл, который в принципе способен нанести хороший дамаг. Но этого можно избежать, если купить Poor Man's Shield. Мы видим, что мы сейчас будем бить по Миране. У Свена, Свен тоже находится под этим, в принципе, эффектом. И что вы видите? По Джаггернауту наносится урон, по Патме наносится урон, по Свену не наносится урон, потому что Poor Man's Shield он блокирует, и, естественно, полностью урон, который, собственно, дает, в принципе, Варлок с помощью своего первого спелла. Даже вот, в принципе, можно сделать такую фишку на Джаггернаута. Мы вешаем, Джаггернаут крутится. Как видите, даже в этом случае у Джаггернаута отнимается ХП. В том случае, если он даже будет в Blade Fury своем находиться. То есть, если Варлок пикнут во вражеской тиме, то, естественно, сразу покупайте Poor Man's Shield, потому что он спасет не только вашу жизнь, но и, в принципе, сбережет ваше ХП. В принципе, всем удачи, всем пока. Вот такой небольшой секрет. На вопрос обязательно отвечу, но чуть позже. Всем удачи.